Кизлярском районе, недалеко от села Чечень, задержаны браконьеры. 1360 экземпляров вобла, жереха, судака и леща весом 195 килограмм было обнаружено в машине нарушителя. Рыба, резиновая лодка и транспортное средство были изъяты. На следующий день в этом же месте был задержан уже другой гражданин, который незаконно добыл 258 килограмм рыбы. Почти 1000 рыб, среди которых вобла, сазан, жерех, судак, лещ и русский осетр, были найдены при досмотре багажника его мотоцикла. Собранные по делу материалы переданы в МВД по Кизлярскому району.